Всем привет! В этом видео хотел бы поговорить, как импортировать ZBrush модель в Sculptris, ну и в другие программы. Есть вот у нас здесь кнопка GUS. Заходим в Preference. Вот она. И вот она тоже есть GUS. Это вот здесь можно импортировать из ZBrush Maya, 3D Studio, Cinema 4D, Mod, Photoshop и Sculptris. Вот. Нам нужен Sculptris, да? Мы нажимаем Sculptris. Вот он что показывает. Короче, для Sculptris пытается он эту модель отправить в нее, в эту программу. Давайте подождем. Что он найдет? Вот он показывает, что да, есть такая программа Sculptris на компьютере. И предлагает перейти на эту ссылку или нажать, допустим, жмем браузер и открываем так программу или No Insight. Отказываемся. Вот также тут есть кнопка GOS. Мы на нее тоже нажимаем. Никакой реакции, да? Импорт не идет, хотя и Sculptris идет сразу в ZBrush. Давайте теперь закроем нашу программу. И теперь вот у нас значок есть ZBrush. Нажмем на него. Правой кнопкой. И давайте запустим его от имени администратора. То бишь, что он может сам решить, что открывать, что не открывать. Жмем «Да». Разрешаем ему все это дело делать. Вот опять мы зашли в программу, открыли ту модель, которую мы хотим экспортировать в Sculptris. И давайте сделаем, знаете как, свернем эту программу и вот так вот ее передвинем. И теперь откроем Sculptris, сделаем вот так вот. И теперь откроем, давайте, новую сферу, новую сцену. Вот, и теперь жмем GOS. Нажимаем GOS. И ждем, когда здесь вот появится наша модель, вот этот ZBrush. Вот, пожалуйста, мы экспортировали. До свидания.